Отцево лица коллектива «Шкода Россия». Мы, папа, поздравляем вас с этим замечательным праздником. Хочу от себя пожелать, чтобы премия жила долго, счастливо и, ну, не всем нам достанется, но в третье столетие. Porsche поздравляет премию «Автомобиль года» с 15-летием. Мы были рады получить большое количество наград за эти годы. Мы разрабатываем новые впечатляющие продукты и надеемся получить высокую оценку от вас в будущем. Я был на мероприятиях в Европе, подобных автомобилю года, но я знаю, что в России вы делаете выдающиеся мероприятия. И, безусловно, я вас от всей души поздравляю с 15-летием и желаю вам всего самого лучшего. Alles Gute für das Auto des Jahres in Russland. 祝贺 年度汽车 生日快乐. Mina gratulationer till årets bil i Ryssland. Joyeux anniversaire voiture de l'année. Všechno nejlepší auto roku v Rusku. 年間最優車賞 15周年 おめでとう. Никогда не сдаваться, верить в свои силы, верить в свою команду, в тех людей, которые с вами работают, ваших партнеров, ваших клиентов, просто родных и близких. Я хочу сказать, не останавливайтесь. Пожалуйста, двигайтесь дальше. Тогда удача будет на вашей стороне, и вас будут ожидать новые возможности. Самое главное, не потерять веру. Вот и веру в себя, веру с близкими людьми. И самое главное, верно Россию. In the challenging times, this is where you see the best. В это время проявляются таланты. Талантливые менеджеры, талантливые руководители. Они полностью перестраивают свой бизнес, перестраивают свои карьеры. И для будущего это очень важное время. И если все действуют в соответствии с стратегией выбранной, и не шарахаются из стороны в сторону, то я думаю, что успех гарантирован. Ну а в целом хотелось бы, конечно, пожелать рынкам стабильности. Я надеюсь, что непростая ситуация, которая сложилась на российском рынке, предоставит нам возможности для дальнейшего развития и сделает нас всех еще сильнее. Горячий, хороший, крепкий чай Пуэр. Проснувшись утром, подумай о том, что тебя ждет что-то новое. Бодрое утро – залог твоего успеха. Каждое утро, проснувшись, я делаю следующую вещь. Я провожу боксерскую тренировку из нескольких упражнений. Просто для мотивации. Для того, чтобы взбодриться и отвлечься от негативных мыслей. Именно поэтому меня прозвали Рокки. Конечно же, это чашечка русского чая с французским круассаном. Утро в зимней Москве – это когда за окном темно и лежит 30-сантиметровый слой снега. И я стою час в пробке за рулем своего Nissan Patrol. Очень удобный. Мне нравится. Wake up, friends. Wake up, friends. Wake up, друзья. Wake up, друзья. Wake up, друзья. Wake up, друзья. Wake up, friends. Friends, please, wake up.